тогда, наверное, вот 10-го числа да. ты будешь справлять уже вот день рождения без своих друзей, ну, наверное, с семьей. Нет, да? я как раз с друзьями буду справлять. С друзьями? Без семьи. Вы прям вот всем составом. Ну, там не всем составом, там, да, человек 15 поедет, мы поедем на куда? Мертвое море. Так. На Имамейлах. Так. А почему там, такой выбор? Я не знаю, почему. Я побывал в этом году во многих местах и был на Мертвом море часа два. И мне там как-то там мне. Я день рождения, когда будут все мои вот, друзья, в принципе, у очень многих моих друзей и подруг уже возникают такие, как же это мы туда, типа там, без взрослых. Ага. Такой вопрос. Ага. Что же будет? А я поэтому это Мертвое море, чтобы там же пенсионеры из Британии и Германии. Тихо, и мы там тоже тихонько. Все уже. С ярмарки поехали. Все уже. Ну там-то, наверное, будет вот запой. Запой. Нет, не будет. Ну там, во-первых, очень жарко. Во-вторых, ну, в ноябре я думаю, месяц. Мы тихонечко посидим, конечно, ага. а утром 10-го мы съездим в Иерусалим, угу. поднимемся, неправильно, мы поднимемся в Иерусалим, угу. а потом, ну и 11-го прилетим еще. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».